Друзьяшки, всем привет, с вами снова Капанда, и сегодня играем в Roblox на Плейсе Lumber Simulator 2. Короче, у нас опять какой-то симулятор дровосека. Дровосека, лесоруба, вторая часть. Вы просили поиграть, я сел глянуть, что за режим. Короче, у нас, как обычно, есть топор, есть рюкзак и есть лес. И что мы тут должны делать? Конечно, мы должны тут валить дерева. Смотрите, как он быстро фигачит, хоп-хоп-хоп, и внизу по единичке. Добавляется это наши полежки. Полежки складываются вот сюда. Смотрите, какой клевый рюкзак у него. Блин, рюкзак офигенский. Он такой типа как какой-то ящичек. И в этот ящик, о, ну еще и накапливается. Смотрите, доверху. То есть чем больше. Обычно везде просто рюкзак, его не видать. И здесь прям он такой прозрачный, там дерева. Вон они, блин, поляшки такие клевые. Так, а относить нужно это все добро. Вот, Бигфут. Здоровый Бигфут. Вот тут народу уже столько бегает. О, Бигфут, я несу тебе дерева. А что с ними буду делать? Что, у них есть, что ли? О, девчуля какая-то с пилой, прикольно. Так, я ему отдал, мне дали денег. Ого, больше всего денег у кого? Ничего себе, миллион у кого-то. О, с двумя топорами, чел. Фига себе, ты как прям какой-то ниндзя. А это больше всего деревяшек у кого. Прикольно. Вообще прикол. Давайте еще нарубим. Еще полтинник нужно нарубить. А потом хочу глянуть, что продается там в магазине. Что там есть. Так. О, давай, дружище, помогай мне рубить. Фига себе, он с двумя топорами вообще ниндзя. Все, нарубили. А тут дерева, интересно, все одинаковые или есть какие-то другие? Оп. Все, 50 накопили. Идем сдавать. Тут, наверное, рюкзаки тоже можно улучшать и топор покупать. Сейчас пойду гляну, что есть. Глянем, что там есть. О, магазин Джимми. Экс. Скинс. Короче, скины на топоры. Вау. Так, эту штуку закроем. Фига себе, с набалдыжника тут драконистый. 50 тысяч, 100 тысяч. Вау. О, 100, 200. Сколько у меня денег? 250. 250 я могу вот этот топор купить. Ай, сам вечерский топор. Ладно, давайте купим. Чувак, как вот шмякнуть-то? А, вот, во, подходим и... Оп. Что, я купил? Нет его? А, вон, это 250 ламбера, у меня 135 денег всего. Ёлы-палы, так мало. Все, я купил топор второй. Вот он, вот такой стал. Ну-ка, и поскольку он тебя рубит? Капец, да у меня тут... Я вообще нищий, у меня денег ни Машки. Ни Машки, ни какашки. Тоже по единичке... Да, по единичке добывает. А чё, чем он лучше, это топор этот? О, какой-то сироп есть и слайм. Чё это такое? 0-0 у меня. У меня это по нулям. Ладно, сейчас накопим. А сколько мне, кстати, за полную дается денег? Вот эти у меня 50 деревях. Я их сейчас дам. Сколько денег будет? 50, по-моему, так и дается. Нет, или 60, я не помню. И хлобысь. 65. Вау, что-то мало, 65, за полный рюкзак 65 монет дали. Ладно, давайте глянем, что тут еще есть. Ага, есть еще какой-то чапи, туз. Тут всякие еще есть машины, блин, сирот. Как же я это все тут буду покупать-то? Смотрите, тут и пила за 500 есть, топоры. Что только и тут нету, какие-то вообще пушки... Крутышки, огнеметы, колотушки, бензопилы, крюки. Денег нету, надо денег будет подкопить. И здесь какие, воу, нифига себе, хочу такую машину. И такую хочу, и такую. Все хочу, а это за робаксы, понятно. У нас все в конкурсе, все робаксы задействованы. Так, а это что, это домашние животные. Ой, понятно. Короче, добавляет эффект больше кэша, быстрее бегать, быстрее. А, вот больше этого сиропа какого-то. Вау, приколюха, это что такое, йети какой-то, магнитофон и тоже две башки. Прикол. Давайте глянем, что еще есть, что такое радио. Какая-то гора.
Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О-о-о-о, я нашел какую-то эту пещеру. Что за пещера? Давайте глянем, что это за пещера. Радио-гора какая-то. О, там какой-то босс. Ну-ка, что там у нас? Кто живет не на дне океана, а на горе? О, нифига себе. Ой, с той стороны, смотрите, гора есть. Капец, это далеко тут бежать. Ну что, я хочу сбегать. Дорога к боссу. О, там кто-то есть. А, там босс ходит, что ли? Ну-ка, побежали. Вау, вон он, босс. А как его бить-то? У меня один топор, и то... Не особо-то он здоровый. Мамочки, сколько у него жизни? 2800. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Эй, я пошутил. Я просто посмотреть пришел. Хватит кулаками махать. Ну-ка, давайте попробуем его пожмякать. Иди сюда. Давай, получай. Он хоть жмякается, нет? Айс Йети, это, короче, какой-то этот... Ледяной Йети, что ли? И чё, я его даже пожмякать не могу. Надо пушку какую-то покупать. Ну хоть он меня не убивает, это хорошо. Ваа, все. Короче, не босс, а какая-то какаха. Побежали вон на ту тергору сбегаем. Хочу глянуть, что там. О, кто-то пришел помогать мне. О, что-то он тащит. Какая-то бочка, что ли, здоровая. Это бомба, давай, кидай. Давай, кидай бомбу. Давай, что это у него такое? Это плутоний на голове. Термоядерный. И что ты ее выкинул? Куда она делась? Давай, валим босса. О, он с факелом. Что, жизнь отнимается у него? Ничего не отнимается. Мы ему ничего не можем сделать. Уай, он меня растоптал. Он на меня наступил как-то. Эй. Дайте вылезти. Я застрял. Он меня просто в землю втоптал. Смотрите, он меня втоптал в землю. Ну-ка, давай вставай, хватит валяться. Все, никак. Теперь только ресет. Так, делаем сброс и побежали на вторую гору. Я хочу вторую гору посмотреть. Где она? Вон она, вторая гора. Фу, побежали. Вау, какой-то сахарный фуд. Sugar food. Вон он, мы добежали до сюда наконец-то. О, что такое трейд? Что-то можно нажать. Жмякаем кнопку трейд, торговать. И что у нас? Деньги копятся? Ничего не копится, просто так нажимаем. Не знаю, кстати. Напишите в комментариях, кто знает, что это за кнопка. Блин, прикольный, он такой милый. И еще у него есть здесь горячая кружка. Это что, суп у него или чай? Чье какой-нибудь? Я хочу туда запрыгнуть. Эть, я в кружке его. Капец, надеюсь, он меня не сожрет. Ой, здоровенный какой, еще и зубы у него. И это у него что, олашки? Блинчики, олашки, это что, масло, наверное, у него там? Блин, прикольно. Блинский. Тоже хочу слопать его. Няма-няма-няма, вкусно пахнут. Блинчики, люблю блинчики. Ставьте Лукаса, кто любит блинчики. Ну чё, короче, я добежал и до сюда, до этой горы, и до той горы. Прикольный режим, надо будет у него поиграть, накопить денег и чё-нибудь купить веселое. А на этом я буду завершать видос. Друзья, спасибо за просмотр, с вами был Капанда, увидимся в следующих видосах. Пока-пока!